Давайте рассмотрим схему работы классического фонтана Герона. По сути, это три емкости с водой, расположенные одна над другой и соединенные тремя трубками. Первая трубка идет из верхней чаши в самый низ. Вторая выходит из нижней емкости, заходит в среднюю и доходит практически до самого верха. И третья трубка идет со дна средней емкости и заходит в верхнюю чашу. Изначально вся вода находится в средней емкости. Чтобы фонтан начал работать, нужно добавить немного воды в верхнюю чашу. По первой трубке вода начнет поступать в нижнюю емкость, постепенно ее заполняя. При этом будет расти давление воздуха и по второй трубке передаваться в среднюю емкость. При этом будет оказываться давление на воду, которое по третьей трубке начнет подниматься и струиться вверх.